10 сентября в Хабаровск прибыли гости из Канады. Перелет не утомил пассажиров. Они чувствуют себя прекрасно. Тепло встретили дорогих гостей, официальные лица и представители общественности, работники охотничьо-промыслового хозяйства края. И вот уже их путь лежит по воде, вверх по реке Обор. Шаги по дальневосточной земле. Вода таежных речек пришла с гостям по вкусу. Семь канадских бобров получили прописку на постоянное место жительства в Хабаровском крае.